Так случилось, в одно и то же время, в одном и том же губернском городе оказались три человека, имена которых известны всему миру. Они родились не в этом месте, были разного возраста, из разных социальных слоев. Три человека ходили по этим улицам, мимо этих домов. Именно здесь они строили свои планы на будущее. Самому старшему за 30, среднему за 20. А 10-летний мальчик только пошел учиться в школу. Но волею судьбы их жизненные линии пересеклись в середине 19 века в этом провинциальном городе. Из частей, находящихся на левом фланге Киргизской степи, именно Кокпиктинского и Аягузского внешних округов и Семиреченского края, городов Семипалатинска, Усть-Каменогорска и Бухтарминского управления, образовать особую область под названием Семипалатинской. Федор Достоевский, рядовой первой роты 7-го сибирского линейного батальона. Чокан Валиханов, последний киргизский царевич. Абай Кунанбаев, великий казахский мыслитель и поэт. Пересекались ли все эти исторические личности? При каких обстоятельствах могла произойти их встреча? И какая тайна объединяла два известных казахских семейства? Климат здесь довольно здоров. Здесь уже начало Киргизской степи. Город довольно большой и людный. Азиатов множество. Степь открытая. Растительности решительно никакой. Не деревца. Чистая степь. Порядочно торгуют, но европейские предметы так дороги, что приступу нет. Когда-нибудь я напишу тебе о Семипалатинске подробнее. Это стоит того. Чем же впечатлил знаменитого русского писателя захудалый по тем временам город? Выйдя из моей грустной каторги, я со счастьем и надеждою приехал сюда, вспоминал спустя годы Достоевский. Надежды было у меня много, я хотел жить. Семипалатинск был первым в жизни Достоевского провинциальным городом. Незнакомый быт, степь, чужая речь, восточная культура. Все это действительно стоило того, чтобы когда-нибудь написать о Семипалатинске подробнее. В середине 19 века появление на улицах провинциального Семипалатинска блестящего офицера-казаха было экстраординарным событием. Он спешил навстречу к необыкновенному русскому солдату, рядовому первой роты сибирского 7-го линейного батальона в Семипалатинске. Это была их вторая встреча. Ну, вообще, мы, скажем так, условно говорим о том, что было 5 встреч Достоевского и Валиханова. Мы берем отправной точкой, это его знакомство. Достоевский после окончания срока каторги в городе Омске отдыхал в доме своих знакомых Ивановых. А тут же в Омске, после окончания кадетского корпуса, Валиханов начинает свою карьеру. Он служил адъютантом у генерала Степного края Гастфорта. И вот когда Достоевский у Ивановых отдыхает, перед тем, как отправиться в наш город, сюда к ним пришел гость, молодой блестящий офицер Валиханов. Здесь их и представили друг другу. Это было знакомство. Затем, в 1855 году, когда отправился ознакомиться со своими владениями Гасфорд, потому что именно в 1854 году была создана Семипалатинская область, и, соответственно, город Семипалатинск был во главе. Значит, Гасфорду нужно было объехать свои владения. Он отправляется в поездку и берет с собой и Валиханова. Значит, здесь тоже Достоевский с Валихановым могли встретиться. Город расположен к востоку от крепости. Он довольно большой, и в нем стоят деревянные, в большинстве случаев маленькие и невзрачные дома. 4 деревянные мечети, деревянный же гостиный двор, очень обветшалое здание таможни, а на северной окраине множество киргизских юрт. На этой двери, вполне вероятно, оставил свой первый автограф будущий гений казахской литературы Абай Кунанбаев. Арабской вязью делали пометки шакирды, учащиеся одной из школ медресе Семипалатинска. Уже трудно понять, то ли тут прозвище и какие-то послания сверстникам,
То ли здесь, как шутят некоторые старожилы, вырезаны имена девочек, на которых заглядывали семипалатинские мальчишки XIX века. Когда Абаю исполнилось 10 лет, его отец Кунанбай привозит Абая в Семипалатинск и отдает на обучение в медресе Ахметризы. Здесь на фотографии вы видите медресе Ахметризы. В этом медресе Абай учился с 1855 по 1859 год. Медресе Ахметризы в Семипалатинске в те времена была одним из самых крупных медресе среди 10 медресе. Имам этого медресе Ахметриза был человеком очень начитанным. У него была богатая библиотека, которая состояла из трудов восточных классиков. Это другой казахский мальчик, которого 8 годами ранее отправили из родного аула учиться в город. 12-летний Чокан поступил в Омский кадетский корпус. Если бы не разница в возрасте, то они с Абаем могли бы учиться вместе. Предпосылки к этому были вполне реальные. Из бийских детей иметь скотоводство. В июне 1846 года был произведен в Харунжи и в октябре 1849 года утвержден старшим султаном Каркаралинского внешнего округа. У нас нет архивных документов, которые свидетельствовали бы о том, что знаком ли офицер Шокан Валиханов и ученик медресе Абай. Но мы точно знаем, что их семьи, отец Абая Кунанбай Ускенбаев и Шыңғыс Валиханов были большими друзьями. Их младшие сыновья учились вместе в Омском кадетском корпусе. Младший сын Чингиза Валиханова Махмуд и младший сын Кунанбая Халиулла. Отец Абая Кунанбай Ускенбаев и отец Шокана Шыңғыс Валиханов, они были при царской службе. Отец Абая был госултаном Каркаралинского округа Кунанбай Ускенбаев, а отец Шокана Валиханова, Чингис Валиханов, благосултаном Кокчетавского округа. Кроме того, здесь на историческом фото вы видите отца Шокана Валиханова, Чингиса Валиханова в чине подполковника. Он здесь сидит в военном обмундировании. Мало кто знает, при каких обстоятельствах познакомились отцы будущих казахских знаменитостей. Однажды к русским областным властям поступили жалобы на произвол и насилие старшего султана Каркаралинского округа Кунанбая Ускенбаева. Потом еще заявление и еще жалобы. В итоге против ага-султана возбудили уголовное дело. Его арестовали. Первоначально он содержался в Каркаралинске под надзором окружного приказа, а затем был перевезен в Омск. Так вот, из Омска в Каркаралинск для передачи на поруки Кунанбая сопровождал отец Чокана, Чингиз Валиханов. Арыз жазған. Соның нәтижесінде шақырып алады да округтің орталығы Қарқаралық. Из-за жалоб Кунанбая вызвали в Каркаралинский округ. Омбыға әкетіп жібереді. После этого его арестовали и направили в Омбы, в Омск. 1,5 года он был в тюрьме. Затем нужно было его вернуть обратно. В это время в Омске был Шыңғыс Валиханов. Он занимал высокую должность. Так вот, это отец Чакана. Он доставил Кунанбая в Каркаралы и сдал на руки. В музее есть сопроводительные документы о том, как он привез его и сдал. В то время путь между Омском и округом был не близким. Дорогой, наверное, вели разговоры о жизни, вопросы какие-то обсуждали. Кто знает, может, о том, чтобы направить на учебу в Омск младшего сына Кунанбая Калиаллу. И как раз Шыңғыс мог посоветовать это сделать. По одним источникам, Кунанбай перестал занимать высокий пост просто потому, что истек срок его службы. А по другим, он лишился обязанностей старшего султана из-за уголовного дела. Так или иначе, но в той поездке завязалось знакомство и дружба между двумя известными казахскими семействами.
А теперь попрошу у тебя книг. Пришли мне, брат. Журналов не надо. А пришли мне европейских историков, экономистов, святых отцов, по возможности всех древних, Геродота, Флавия, Плутарха и так далее. Наконец, Коран и немецкий лексикон. Пойми, как нужна мне эта духовная пища. Какие наверняка увлеченные беседы вели Достоевский и Чокан. Кто еще мог просветить русского писателя об особенностях кочевой культуры? С кем можно было, например, обсудить прочитанное из Корана или наблюдение за азиатско-мусульманской средой? Большой Иртыш и маленькая речка Семипалатинка у острова Полковничий помнят встречу Федора Михайловича и Чокана Чингизовича. Когда-то здесь была единственная переправа на ту сторону. В правобережье размещался русский город, татарская и казачья слобода. А полуоседлые киргизы, так до революции называли казахов и другие кочевые народы, жили на левом берегу Иртыша, большей частью в юртах и редких домах для зимовок. В 56-м году, в 57-м году здесь происходят встречи уже, скажем так, общение с друзьями. В нашем городе бывает и Семенов, будущий Семенов Тиншанский. Ну, например, мы читаем в воспоминаниях того же Скандина о том, что как-то в одной из поездок, когда Валиханов был здесь, навестил Достоевского, вместе с общим знакомым Демчинским, адъютант был такой, они отправились проводить Валиханова. И вот они здесь, есть у нас одно такое памятное место, была переправа с правого берега на остров Полковничий, оттуда на левый берег, и Валиханов отправляется в далекий путь. Ну вот примерно такие встречи. Мне так приятны эти немногие дни, проведенные с вами в Семипалатинске, что теперь только о том и думаю, как бы еще побывать у вас. Я не мастер писать о чувствах, но думаю, вы, конечно, знаете, как я к вам привязан и как я вас люблю. История трех гениев притягивает своими белыми пятнами. Видел ли маленький Абай блистательного казахского офицера Валиханова? Разговаривал ли когда-нибудь Достоевский с юным Абаем? И кто сообщил о смерти Чокана повзрослевшему Кунанбаеву? Надежда есть всегда. Ведь удалось же разгадать загадку, например, этой фотографии. Она знакома всему просвещенному миру и была сделана именно в Семипалатинске. Было очень интересно познакомиться с заметками краеведа Ивлевым. Так вот, он рассказывает о том, как он расследовал эту тайну. Да? Получается, что в одном из изданий он увидел фотографию, вот эту парную, Достоевский Валиханова. Там стояла дата – 1858 год. И он, в общем-то, был убежден, что дату поставили скорее по аналогии с предыдущей фотографией офицера Достоевского уже, где он также в офицерском мундире, который сфотографировался в нашем городе фотографией Лебина. И та действительно была выполнена в 1958 году. Но что касается нашего краеведа, он занимается поисками, он сопоставляет многие документы, факты, отрывки из писем, воспоминания, которым он доверяет тоже так же, документальные какие-то источники. И в конце концов доказывает, что в 1958 году Валиханов здесь не находился, Достоевский не мог сфотографироваться, а сфотографировался тогда, когда из Кашгарии в апреле месяце он вернулся в укрепление Верное, потом проезжая через наш город, это была весна, май 1959 года, и вот здесь друзья и сфотографировались на прощание. Лет через 7-8 вы бы могли так устроить судьбу свою, что были бы необыкновенно полезны своей родине. Вспомните, что вы первый киргиз, образованный по-европейски вполне. Судьба же вас сделала вдобавок превосходнейшим человеком. Письмо русского писателя из Семипалатинска, адресованное своему молодому казахскому другу, в 1908 году передал в публичную библиотеку Санкт-Петербурга младший брат Чокана, Махмуд. Достоевский пророчил великое будущее Валиханову и не ошибся в этом. Кашгарская экспедиция прославила Чокана. Имя соотечественника не раз слышал и наверняка произносил в кругу родных и младший брат Абая, Калиала Ускимбаев. Он учился в Омске вместе с Махмудом Валихановым, братом последнего киргизского царевича. Поэтому
самый близкий, самый достоверный связной – это Халиловский. Пересечение жизненных линий двух выдающихся казахов интересовало многих исследователей. Среди них был известный писатель Сабит Муканов. Многих исследователей интересовала точка соприкосновения жизни и творчества Шуканова Алиханова, Абая Кунанбаева и его брата Халиулы Ускенбаева. Наш научный сотрудник, исследователь нашего музея Муздубай Бесимбаев, работал с казахстанскими, российскими источниками. И вот что он нашел. О встрече Чукана и Абая в настоящее время сведений нет, но вместе с тем можно утверждать, что Абай знает Чукана. И первое тому свидетельство. Родной брат Абая, Калиола, поступил в Омское кадетское училище в 1862 и закончил его в 1867 году. Это время, когда слава Чукана взлетела до небес. Он был звездой среди омской интеллигенции и властей. Калиола тоже был образованным человеком. Он не мог не знать Чукана, и тем более не мог, пусть и заочно, представить его своему брату Абаю, который намеревался стать поэтом. Второе. В 1856-59 годах Чукан бывал в Семе и Каркаралинске, а также в некоторых аулах края. И не может быть, чтобы глава края Кунанбай и уже повзрослевший его сын Абай не узнали прославленного Чингизида-царевича. Семипалатинске в те годы был поп Герасимов Борис Николаевич, он же литературовед, возглавлявший Семипалатинское отделение Российского географического общества. Чукан был хорошо знаком с ним и общался, когда бывал в Семипалатинске. Есть точные сведения и о том, что Абай был близко знаком с Герасимовым. Памятен мне домик, где жил Достоевский в городе Семипалатинске. Он состоял из 4 комнат. Мебелированные комнаты были просто, но очень удобны. Кто знает, вдруг подростком Абай обратил на себя внимание во время одной из прогулок Федора Достоевского с его другом бароном Александром Врангелем по берегу Иртыша. А возможно, они встречались, когда отец Абая Кунанбай бывал в Семипалатинске, куда ему приходилось ездить и встречаться со стряпчим казенных и уголовных дел Врангелем. Примечательно, что Достоевский и Врангель проявляли большой интерес к казахскому народу, его жизни, культуре. Они посещали юрты богатых казахов, спортивные состязания на конях, байгу, кокпар. Федор Михайлович в слово «степь» вкладывал высокий смысл и писал с большой буквы «степь». Он считал народ степи способным к самой высокой степени развития. Видите этот большой палисандровый ящик? Это подарок моего сибирского друга Чукана Валиханова, и я им очень дорожу. В нем я храню мои рукописи, письма и вещи, дорогие мне по воспоминаниям. Мы привыкли видеть Достоевского и Чукана вместе. А Абая чуть поодаль, и не мальчиком, а только взрослым, умудренный жизнью, в окружении сыновей. И насколько неожиданным было одно открытие, случившееся во время этого исторического расследования. Оказалось, что близкие родственники Абая со стороны его племянника Шакарима Кудайбердиева сохранили одно удивительное народное предание. Сын Шакарима, Ахат, рассказал однажды о боеведу Такену Ибрагимову интересную историю.
конечно, есть у нас легенда. Однажды он пришел к Достоевскому. Он рядом. И по какой-то причине сидел Достоевский у огня. И смотрит, хочет обращаться к Достоевскому, а Абай говорит, смотрит, оказывается, огонь улыбается. Есть среди нас такая легенда. Потом я думал, действительно, на третий год в русскую школу ходил Абай. Понимаете? Учился 3 месяца. Русский язык. И в то время действительно Абай помог поговорить с Достоевским. Поэтому думаем, говорит, наверное, Абай переговорил с Достоевским. Петр Михайлович. Увидеть, как огонь улыбается, мог только человек с поэтическим воображением. Абай уже в медресе начинал слагать первые стихи. Так могла ли произойти такая встреча? Известно совершенно особенное отношение Достоевского к детям, что отразилось и в его творчестве. Кроме того, писатель, нуждаясь в средствах, занимался репетиторством в частных домах, в том числе и киргизских семьях. Кстати, Кунанбай нанимал сыну какого-то русского учителя. Уж не Достоевского ли? Похоже, это так и останется тайной. Душу углядись глубже, сам собой побудь. Я для тебя загадка, я и мой путь. Когда Абаю исполнилось 13 лет, отец забрал его из школы, увез в аул и начал приобщать к делам. Учил управлять родом. В Семипалатинск Абай вернулся через несколько лет, уже сформировавшейся личностью. К сожалению, Абай при жизни опубликовал лишь 2 стихотворения. Остальные произведения и переводы вышли в свет уже после его смерти. Спустя 5 лет после его смерти, в 1909 году, сын поэта Турангул Кунанбаев и Кикатай Искаков издали в Петербурге произведения казахского акына и просветителя. Во вступительной статье есть перечень имен великих русских писателей и критиков, которых читал Абай. Среди них значился и Федор Михайлович Достоевский. Они жили в одну эпоху, в одной стране и говорили на одном универсальном языке мыслителей, духовных личностей, гуманитариев. Если бы эти великие личности сошлись в одной точке, то сколько удивительного они могли бы поведать друг другу. Но старинный город на Иртыше хранит тайну 3 гениев. Он готов открыть их лишь самым пытливым, упорным и неравнодушным.